Конституции она не читала, ни летных законов не чла, летала себе, как попала, свободной птицей была, летала себе, как попала, свободной птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гудел. Главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. Главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех и других. И главное на тренажерах, никто ей не парил мозги. Короче, не жизнь, а малина. Учим руководство.
еще одну часть про летчика. Марта, да, ты слышал? Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку там и станет, руку там и станет, пусть короче. Почему, дружок, я потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Годы мчатся, чувства торопят, душу наполняя легкой силой. Хочешь симпатичную тебя, сделаю как Золушка красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. В этом вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Там хочешь некрасивую тебя сделали, но я думаю, что вот мне сразу этот слух перезанул, я так попробовал, нашел эквивалент. Нельзя женщине говорить такие слова. Песня Ильи Конникова, авиатора из Лобщики, по Белому морю, или рядом. Рыжая до пояса трава, тонкий березняк среди покоса. В огородах темкая ботва, а за ней горбатятся дома у свинцовых волн под небом мрачным. Скоро-скоро станет тут зима. Thank you.
посветлей. Звезд высоких радостней горение. Защити, спаси, звезда полей, маленькие русские селения. Защити, спаси, звезда полей. Друзья нас глядят, там женщины прекрасны.
сказки, как в сказках самых лучших, и все курсанты любят, и замуж не хотят, угостят нас для начала коньяком и шоколадом, и летать мы будем в Лондон, в Дели, в Бирму, в Тегеран. Ну скажите только честно, ну что еще курсанту надо? Нам в Артюбинске хреново, мы хотим в Руслан. Где Руслан? Чешский стекло. Какой-то очень странный ресторан. Когда прокатится, занесло? Вот это что, есть в Руслан? 11 нетёсанных столов, посуда и железо, боже мой. А после угощения, ну, просто нету слов. И сразу очень хочется домой. Где тут один лишь швейцар нам открывает свои вещички, бросить нам куда? Жизнь в небо,
Слинки через. Я вас лишил! Летчик на дальней дороге. Yeah.
счастье рядом, и за ним не надо гнаться. Только нам того, что с нами, от чего-то не хватает. И снова сердце вправляет, самолеты улетают. Несколько минут, и все случится. И растай в небе. Серебряная птица снится, и ты будешь просто встречать. Несколько минут тебе, родная, я оставлю тебе
песня, как ни крути, все равно заканчивается надо. Поэтому у меня вторая песня, с которой я заканчиваю концерт, это призыв «Давайте будем счастливы». Саша. Как? Спасибо за то, что вы пришли. Мне всегда не хватает.